Салам алейкум. Вот мы сейчас в центре города Урус-Мартан. Было вчера ЧП, поэтому мы сейчас здесь приехали посмотреть, в чем дело, что, какие проблемы здесь. Вот мы в центре находимся. Все, как говорится, рассосались, никого нету. Здесь остались, вот, кто есть, того проверяем. Да, есть, и пленки есть, и то есть, все есть, да. Поэтому мы вот здесь приехали и сейчас восстанавливаем, как бы, да, порядок в городе Урус-Мартан. Если они такие смелые, то тогда пускай они приезжают сюда, мы здесь и находимся в центре. Пригоняют свою машину, показывают свои документы, левые номера, недовольствие свое показывают. А что я бы им хотел сказать? Пускай они лучше едут в Украину и там доказывают свою вот эти вот смелость, гордость, как говорится, да. Вот мы здесь, город Урус-Мартан в центре. Что еще сказать? Ахмад, сила, Аллах, Бог.